Эту игру еще до ее анонса окутала плотная пелена из слухов, выдумок и мистификаций. В итоге все свелось к следующему. Великий и ужасный Хидео Кодзима, автор всея Metal Gear, решил выпустить пятую часть Metal Gear Solid в виде двух отдельных проектов — Ground Zeroes и The Phantom Pain. И первый из них, Ground Zeroes, должен увидеть свет уже во второй половине марта. Из-за призрачного прошлого и окутанной туманом истории разработки, на сегодняшний день довольно тяжело понять, что будет представлять собой этот проект. Стелс-экшен с менеджментом базы, возможностью использования транспортных средств и открытым миром, созданный на базе нового и, судя по всему, довольно-таки крутого движка Fox Engine, который одновременно является и самостоятельной игрой, и прологом к другому проекту, вместе с которым он образует приквел к самой первой игре серии, но в то же время сиквел к последней вышедшей на сегодняшний день части MGS. Запутались? Мы, по правде, тоже, но с Metal Gear никогда не было просто. Так или иначе, мы чертовски заинтригованы и с нетерпением ждем пришествия Снейка.